Самый дорогой курорт Таиланда, остров Пхукет, называют райским местом. Белый песок, который хрустит, как снег под ногами, лазурный Индийский океан, среднегодовая температура плюс 28. В это место сложно не влюбиться. Самым красивым на Пхукете считается пляж Каран. Сюда семьями приезжают в основном. Он такой, много ресторанчиков, ну, не тусовый, такой, допустим, как Патонг. Патонг, там и улица Бангла-Роуд, которая в ночное время начинает гудеть. Любителям активного отдыха лучше остаться на пляже Каран. Хотя водная гладь в этом месте спокойная, серфинг возможен. Такая машина для делания волн. Вот, и желающие могут покататься на по типу тоже серфинга, но покороче доски, попробовать себя на ногах, все как бы в стойке серфинской, серф-кафе называется. То есть мимо него точно не пройдешь, там прям оно без стен, так что там под открытым небом. За день 2500. Помимо традиционных пляжных развлечений, есть возможность освоить необычный и модный вид спорта – стендап-падл. То есть ты встаешь на него и гребешь. Инструктаж проходишь там в течение 20 минут. Нас научили французы, там французская какая-то. Два парня открыли свою фирму. Где-то полтора часа мы выдержали. Сложно в плане устойчивости. Это просто на баланс упражнение. Болит потом все. Отдохнуть активно или просто полежать на пляже – это дело вкуса. И ту, и другую возможность тайский остров Пхукет предоставляет.